Всем привет, друзья! Сегодня я вам очень просто и очень понятно, подробно, без всякой воды расскажу, как увеличить свои силовые показатели и как пример я буду использовать отжимания на брусьях. Поехали! Ну что же, пожалуйте, начнем с техники. Эта техника именно для отжиманий на брусьях, для каждого упражнения она будет разная, но мы будем рассматривать именно отжимания на брусьях. I'm ready. Итак, повисаем на брусьях, сгибаем в нижней фазе локти до 90 градусов, не ниже. Когда поднимаемся, можно не на полную разгибать руки, немножко оставляем, конечно, такое место, да, чтобы наши мышцы постоянно были в напряжении. При усилии мы делаем немножко побыстрее, а при негативной фазе мы делаем немножко медленнее. Итак, что же касается подходов. Первый подход вы делаете абсолютно без веса, это будет как разогрев. Второй подход делаете с 50% от вашего максимального веса. И третий подход, это уже будет вот этот максимальный вес, с которым вы будете мочить, так скажем, ваши силовые. Вообще у вас должно быть где-то от 4 до 6 подходов. То есть первые два это такие более-менее разминочные, остальные это просто вы уже атакуете именно на ваши силовые показатели. Итак, что касается питания, то вы должны питаться, как и при наборе массы. Если же вы не хотите набирать массу, то питайтесь просто, ну, как ваша норма калорий, да, чтобы вы не набирали массу и держали вес на одном уровне. Это особо никак не повлияет на ваши силовые показатели. Теперь то, что касается упражнений. Упражнения должны быть именно базовые. Это отжимания, отжимания на брусьях, подтягивания. Именно базовые упражнения помогут вам развить мышечную силу. Отдых между подходами должен быть где-то 3-5 минут. Количество повторений на силу выполняется где-то в амплитуде 1-6. Частота тренировок должна где-то быть 3-5 раз в неделю. Это зависит, конечно же, от вашей программы тренировок. Если вы качаете, например, в понедельник там бицепсы, во вторник, там, я не знаю, спину, в среду ноги и так далее, то, естественно, если по одной мышце, то вы можете качаться 5 раз в неделю. Тренировка у вас будет занимать где-то около 2 часов. Знаете почему 2? Потому что очень длинные отдыхи. 3-5 минут это обязательное условие для набора силы. Также вы можете спросить, можно ли делать кардио. Кардио обычно никогда не делается при наборе силы, при увеличении силы, потому что сила и выносливость это совершенно разные вещи. Если вы сильный, то вы сильный. Если вы выносливый, то вы выносливый. Все вместе очень редко случается. Вот и все. Все очень просто, доступно, понятно и без лишней воды. Если вам понравилось это видео, оно должно вам понравиться, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и покажите друзьям, чтобы они тоже развивали силу. Пока!